На этой неделе Великобритания отмечает 250-летие со дня изобретения сэндвича. Создателем национального бутерброда с начинкой, уложенной между двумя кусками хлеба, считается живший в 18 веке британский аристократ и морской военачальник сэр Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич. Как гласит легенда, идея необычного бутерброда пришла графу, когда тот играл в карты. Одной рукой британец мог держать карты, а другой сжимать бутерброд с начинкой внутри. С тех пор гости, бывавшие дома у графа, стали заказывать себе бутерброд, как у сэндвича. В Англии существует ассоциация сэндвича, которая объединяет производителей и продавцов таких бутербродов. Далее в выпуске «Новости культуры».